ребята, я Павловский Лев. И живу я в замечательном месте, в Павловском парке. Мне очень хочется рассказать вам о нем. И поэтому я попросил моих друзей снять для вас этот фильм, который я назвал «Павловск для каждого». Находясь у себя дома или в школе, из любого уголка нашей страны или даже земного шара, вы сможете отправиться ко мне в гости, в Павловск. Вместе мы раскроем тайны Павловского дворца, найдем моих собратьев львов, заглянем в живописные уголки Павловского парка, а также смастерим красивые сувениры, которые будут напоминать вам о путешествии. А помогут нам в этом сотрудники детского творческого центра музея-заповедника Павловск, настоящие мастера своего дела. Вы готовы отправиться в Павловск? Увидимся с вами уже скоро!